Цветы к вечному огню в память о героически павших защитниках Сталинграда возложили ветераны Великой Отечественной войны, рязанские школьники и простые горожане. Минуты молчания собравшиеся почтили память павших на полях сражений Сталинградской битвы. Для меня этот день самый тяжелый, что я прошел всю Великую Отечественную войну. Там были вовсе самые страшные бои, жертвы большие. Вот, поэтому я его вспоминаю всегда. А после Сталинграда уже было воевать легче, потому что мы не отступали, а наступали. Вот, поэтому я этот день чту как великий праздник.